27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций. По случаю праздника руководители областных НПО провели собрание, на котором прошло обсуждение деятельности фондов и организаций. Помимо этого, управлением внутренней политики награждены руководители, внесшие значительный вклад в развитие региона. Всемирный день НПО отмечается в Казахстане на постоянной основе уже 3 года. Как правило, празднование сопровождается различными широкомасштабными дискуссиями. В областном центре состоялся семинар, на котором представители организации обсудили деятельность данного сектора, а также поделились своими мнениями и предложениями. Всемирный день НПО в Казахстане вот так празднуется только 3-й год. Поэтому мы считаем, что у нас появился собственный праздник. И на этом празднике, конечно, обязательно зайдет речь о наших общих делах. Потому что, когда мы выполняем какие-то социальные проекты, мы как раз опираемся друг на друга, на ресурсы своих организаций. У нас очень много сделано по борьбе с туберкулезом в Казахстане. Но сейчас меня как специалиста, как профессионала в этом вопросе вызывает большую тревогу заболеваемость и смертность детей, подростков от этого заболевания. Это очень такой серьезный индикатор, и мы должны активизировать нашу деятельность. И тут очень важен мультидисциплинарный подход. И госорганы, и гражданское общество должны объединить свои усилия. На сегодняшний день третий сектор Акмолинской области насчитывает 537 неправительственных организаций. Из них в регионе представлено 22 филиала, 181 общественный фонд и 334 общественные организации. Одними из наиболее активных неправительственных организаций являются волонтерские движения. В текущем году в регионе насчитывается около 3000 волонтеров от 18 НПО. Наша сегодняшняя встреча проходит не только для того, чтобы отметить Международный день неправительственных организаций, но и обсудить актуальные темы в сфере ЧСИ по значимым вопросам развития неправительственного сектора. Неправительственные организации – это голос людей, уникальных, неравнодушных, которые не только сами делают добрые дела и подтверждают тех, кто нуждается в помощи, привлекают внимание к деятельности неправительственных организаций. После выступления спикеров состоялось награждение руководителей областных НПО благодарственными грамотами от Управления внутренней политики. Они также рассказали о своей деятельности и перспективах на текущие 12 месяцев. Мне хочется поздравить с этим праздником и пожелать всем удачи, успехов, и чтобы мы все сообща включились и стремились построить новый Казахстан. Василий Павлиди, Дархан Мужибаев, Кукши Акпарат.